Всем привет! Рада видеть вас на моем канале. Сегодня мы поговорим о платформе, которая объединит стартапы, блогеров и амбассадоров в единую площадку, позволит получить прозрачную цену и актуальный анализ. Предлагаю вашему вниманию смарт-платформу для честного маркетинга – InFAM. Платформа InFAM представляет из себя целую аналитическую рейтинговую платформу со своим токеном. Данный проект поможет построить честные отношения между партнерами без воровства и мошенничества. InFAM позволит сделать рынок криптовалют более прозрачным и надежным. Первостепенная задача платформы – помочь молодым и перспективным блогерам и экспертам выйти на рынок. Проекты смогут начать свое продвижение всего в пару кликов, а амбассадоры и блогеры смогут самостоятельно выбирать лучшие стартапы для рекламирования, исходя из их аналитики. Для пользователя это возможность находиться в экологически чистой среде, находить для себя лучшие проекты и одновременно участвовать в жизни платформы, выполняя различные действия и развиваясь, получая за это вознаграждение и дополнительный доход. InFAM уже прошел листинг на CoinGecko, PancakeSwap, CoinMarketCap и Cryptology. Запуск платформы запланирован на 15 декабря этого года. Общая поставка токенов InFAM составляет 10 миллионов монет, что довольно мало. Два из них направлены на стейкинг с локом 30, 60 и 90 дней с возможным доходом до 99% годовых. Цена токена колеблется от 2,5 до 3 долларов. Большая часть объемов торговли токена переведена на Cryptology, что сопровождается двумя розыгрышами, в которых каждый из вас сможет принять участие. Суть розыгрыша заключается в том, чтобы угадать последнюю цену в паре InFAM USDT состоянием на 31 декабря до 18:00 по всемирному координированному времени и получить шанс выиграть новый iPhone. Далее вам нужно подписаться на Cryptology в Twitter и вступить в группу Telegram. Все новые пользователи, которые смогли наторговать токеном на 10 тысяч USDT, смогут выиграть 500, 1000 или даже 3000 долларов. На платформе вы также сможете получать доход на реферальных вознаграждениях, участвовать в аирдропах, получать различные бонусы и призы от платформы. Несмотря на то, что платформа InFAM появилась совсем недавно, она уже успела зарекомендовать себя на рынке криптовалют и привлечь внимание инвесторов. Проект имеет определенную ценность и огромный потенциал. Ему еще предстоит множество доработок, но на выходе пользователям будут доступны NFT, мобильное приложение и множество дополнительных инструментов и функций. Если вас заинтересовал данный проект, вы можете ознакомиться с ним лично, перейдя по ссылке в описании под этим видео. Не забывайте подписываться на социальные сети платформы, чтобы не пропустить последние обновления и события, а также получить шанс на участие в розыгрышах призов. На этом наш выпуск подходит к концу. Всем спасибо за внимание и до новых встреч!